Всем привет! И сегодня я вам покажу, как смонтировать видео для кондомики и как его монтирую я. Так, для начала заходим в камеру и начинаем выбирать замедленный съем. Ставим в нужное место камеру и начинаем снимать видео. Итак, мы снимаем видео про прыжок. Вот сейчас я... Так как снимала замену съемки, у меня все медленно. Сейчас я буду прыгать. Вот я прыгаю, смотрю наверх, чтобы было выше, делаю толчок и приземляюсь на место, правда, с грохотом. Ну ничего, вот сейчас у меня будет вторая попытка на прыжок. Вот смотрите, я сейчас вам камеру посмотрю, а потом у меня будет вторая попытка на прыжок. Вот смотрите, сейчас я встану и пойду делать еще один прыжок. Вот. Сейчас я делаю прыжок, начинаю готовиться, поднимаю голову вверх, чтобы подпрыгнуть выше, и оп, и делаю толчок. Правда, он у меня не очень тут получился, но я не буду, значит, этот момент подрезать. Вот. Итак, подходим к камере и смотрим в камеру, чтобы типа мы пока что не выключаем. Дальше мы заходим в галерею, нажимаем «Подправить». Подрезаем так, как нам надо. Дальше заходим в YouTube. Ой, в приложение для монтажа, это потом уже. Выбираем наше видео, которое нам надо. Нажимаем автомонтаж, чтобы оно смонтировалось. Только я это долго буду делать. Так, вот, у нас идет это видео. Вот, оно смонтировалось. Вот, дальше мы заходим наконец-то в YouTube, нажимаем видео, выбираем видео, делаем хэштеги, и видео вы посмотрите в моем профиле. Всем пока-пока! Вот таким вот образом можно смонтировать крутое видео. Ну что ж, всем пока-пока и до новых встреч!